Согласитесь, полную картину делает деталь, и архитектура не исключение. Именно детали придают колоритности любому зданию. Признайтесь честно, как часто вы замечаете какие-то детали, проходя мимо зданий? Задумались? Конечно, ведь чаще мы гуляем вот так. А может даже так? Узнали себя хотя бы в одной из ситуаций, тогда предлагаю устроиться поудобнее и досмотреть до конца наш сюжет, потому что вы узнаете о минских зданиях кое-что очень интересное. И первый секрет таится в этом домике на улице Интернациональной. Да, он всем знаком и уже сразу выделяется своей боевой раскраской, но я уверена, что никто раньше не обращал внимания на майоликовую плитку, да-да, вот эти крохотные квадратики. Майолика с рельефной глазурированной поверхностью является дорогим элементом декора и всегда была характерна для белорусского зодчества и декоративно-прикладного искусства. А вот, например, дворец профсоюзов. Но какая здесь маленькая удивительная деталь, спросите вы? Ведь само по себе здание обращает на себя внимание. Я же предлагаю всего лишь забраться по ступенькам и посмотреть наверх. И вот самое яркое впечатление об этом здании оставляет именно кессонированный потолок. Таких в Минске, кстати, немало, так наследила сталинская эстетика. Ну красота же! Вот будете очередной раз проходить мимо Дворца профсоюзов, не поленитесь, заберитесь по ступенькам, посмотрите вверх и полюбуйтесь этой деталью. Перемещаемся на Обойную улицу. А как вам такой домик с двухколонным деревянным портиком? Вот представьте, вы идете среди современных зданий Минска, как будто попадаете в шляхетскую усадьбу. Этот домик был построен в 19 веке и пережил военное время. В чем его уникальность? В том, что он располагает редким для современного Минска примером деревянного декора в стиле модерн. Именно за это здание получило статус историко-культурной ценности. Погода в Минске переменчивая, мы даже попали под дождь, но это не помеха продолжить нашу прогулку. И сейчас мы встретились с теоретиком искусства и архитектуры, архитектором, дизайнером Игорем Духаном. Игорь Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Почему мы пришли именно в это место? Что уникального в этом здании? Мы находимся около Иезуитского костела, и это очень важное место для Минска. Дело в том, что иезуитские костелы устанавливались в тех городах, значение которых было признано и было важным для ордена иезуитов. То, что здесь в начале 18 века строится иезуитский костел, это говорит о том, что Минск уже обладает определенным потенциалом, определенной значимостью. Мы начали с эпицентра градостроительных преобразований в Минске 16-18 веков, которые фактически этим костелом иезуитов завершились. Игорь Николаевич, если говорить в целом, то каким мы видим сейчас Минск? Это наследие каких годов, каких эпох? Ну, Минск вообще довольно старый город. Минску больше 1000 лет. И, собственно говоря, начало Минска вот там, в этой вот ложбине, под площадью Высокого города. Там заложен замок, замчище. Потом Минск постепенно, центр перемещается на Площадь Свободы. И потом уже в 19 веке начинают формироваться такие регулярные генеральные планы Минска. И, соответственно, Минск получает регулярную структуру, и центр становится, ну, вот на этом большом пространстве. Потому что на самом деле мы идем по улице Губернаторской, то есть одной из основных улиц Минска 19 века. Сегодня это улица Ленина. Игорь Николаевич, мы с вами плавно подошли к проспекту Независимости. Давайте немножко про него поговорим. Чем же он так уникален и почему именно его хотят внести в список культурного наследия ЮНЕСКО? Я бы назвал вот этот проспект последним неоклассическим ансамблем в истории европейской архитектуры. Это действительно последний раз, когда было создано потрясающее по целостности пространство от площади Ленина до площади Победы, объединенной единой горизонталью, например, карниза. И в то же время с разыгранными
такими мизансценами архитектурной неоклассики, там от мотивов Ренессанса до очень таких интересных, я бы сказал, барочных перипетий вот архитекторов Короля и Духана, это главпочтамт. Ну, иными словами, тут просто целая такая сложнейшая симфония. Игорь Николаевич, у каждого города есть своя атмосфера. Как вам кажется, вот чем отличается Минск от других городов? Какая у него атмосфера? Это очень интересный вопрос. Я его сам себе задавал. Мне кажется, Минск обладает какой-то уютностью, комфортом при мощном архитектурном неоклассическом строе. Это удивительно. И очень всегда хочется рассматривать, причем не устаешь ее рассматривать. И в то же время во всем этом пространстве огромное количество камерных, уютных мест. И на вас абсолютно вот эта вот мощная архитектура не оказывает давления. Таким интересным, удивительным, колоритным можно увидеть Минск, просто обращая внимание на детали. Гуляйте, наслаждайтесь моментами и проведите это лето так, чтобы оно запомнилось на всю жизнь.